Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Успешные бизнес-проекты. Глава Чувашии встретился с коллективом одного из малых предприятий республики. Будь заметным. В Чебоксарах первоклашек посвятили в пешеходы. Спортивный Олимп Приволжья. В Чувашии открылась спартакиада воспитанников детских домов. Стало известно имя нового министра образования и молодежной политики Чувашии. Им стал Юрий Исаев. Указ о его назначении был подписан сегодня. Напомним, эта должность была вакантна с мая 2016 года. Указ о назначении министра образования и молодежной политики Михаил Игнатьев подписал утром 9 сентября в присутствии Юрия Исаева. Кандидатура успешно согласована с новым министром образования России. Глава Чувашии подчеркнул, что у нового министра правительства республики большой опыт работы в муниципальных и республиканских органах власти. В последние годы он руководил Чувашским государственным институтом гуманитарных наук. 1/3 расходной части бюджета – это образовательная деятельность. Мы ежегодно не снижали практически. И сейчас новые программы, новые инициативы. Участвуем в федеральной программе. Главная задача – нам надо эффективно, конструктивно взаимодействовать с Министерством образования Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, нужно постоянно обратную связь иметь со стороны учителей, со стороны преподавательского состава Чувашской Республики, включая и детские сады. Буду все делать для того, чтобы оправдать ваши оказано доверие, и для меня не будет существовать временных рамок нахождения на работе или реализации тех задач, которые, в принципе, будут ставиться правительством и вами. Объем отгруженных товаров в сфере малого и среднего бизнеса превысил ожидаемые результаты. Многие предприятия республики по итогам первого полугодия сработали с плюсом. С успешными бизнес-проектами сегодня ознакомился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Малый и средний бизнес в республике развивается успешно. Вместе с этим растут и объемы господдержки предпринимателей. Новым проектам региональные власти дают зеленый свет. На экономике Чувашии это сказывается положительно, отметил Михаил Игнатьев. Ежегодно открываем несколько производств, создаем новые рабочие места, эффективное взаимодействие с предпринимателями, с работодателями. Сегодня у нас получается. Это здорово. Это значимо для всех нас, нашей совместной деятельности. Налогооблагаемая база в республике тоже увеличивается. В этом году идем с ростом на 3,5%. Хотя по Российской Федерации падение по федеральным налогам на 11%. Субсидии из бюджета недавно получила и эта компания. Больше 10 лет здесь производят пластиковые окна и двери. Спрос на эту продукцию не снижается. За последние годы здесь открыли и новые рабочие места. Цеха оснащены инновационной техникой. При нормальной 100% загрузке вот этот цех 240 окон за смену. То есть это его производительность. Человек сам по себе он так точно никогда не сможет делать. В перспективе здесь намерены поставить на поток и производство яхт. Опытный образец, собранный совместно со специалистами других заводов республики, уже готовят к отправке покупателям. Михаил Игнатьев посетил и предприятие по разработке автоматизированных систем в области финансов и муниципальных закупок. Заказы на программные продукты поступают со всех регионов. Основной костяк коллектива – молодые специалисты, выпускники Чувашского госуниверситета. Средний возраст у нас 33 года. Михаил Игнатьев ответил на вопросы работников. Многих интересуют перспективы развития республики. На встрече с главой региона обсудили планы благоустройства улиц, ремонта дорог и модернизации аэропорта Чебоксар. В аренду передали мы матч, такая компания называется, обязательства есть. Тех задания им выдали, соответственно, тех условий они тоже получают. Лицензию сейчас оформляют через Росавиацию. Практически в дальнейшем, в течение среднесрочного, долгосрочного периода, 3-5 лет, они должны вкладывать миллиарды рублей, снести все там и построить новый терминал и все остальное. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Одна из старейших школ Чувашии, Урмаевская, отметила 150-летие. Это событие зафиксировано в календарях знаменательных дат сразу двух регионов – Чувашии и Татарстана. На юбилей прибыли многочисленные гости из обеих республик.
Курмаевская школа открылась как медресе при мечети и была довольно большой по тем временам. В ней учились 43 мальчика и 30 девочек. До революции грамоте детей обучали мугалимы, мулы и окончившие медресе учителя. В 1931 году школа получила статус неполной средней и новое помещение. Деревянное здание было рассчитано на 716 мест. Кирпичное на 360 учащихся появилось в 1974 году. Поздравляю учеников и педагогов, спикер Госсовета Чувашии заметил, это праздник всех жителей Урмаева, поскольку школа была и остается его духовным центром. Конечно, мы все прошли школьные годы, помним, любим своих учителей, учим своих детей, внуков. Школа, она запоминается на всю жизнь. Чувашские татарские народы неразрывно связаны между собой самой историей. На протяжении многих веков они живут бок о бок в мире и согласии, уважая традиции и культуру друг друга. В Урмаеве это особенно заметно. Мы глубоко уважаем те школы, которые отмечают 100-летие, 150-летие, и те школы, которые сохраняют многоязычие, многокультуре народов, проживающих на этой территории. Это благо, это достижение, это огромный труд педагогического коллектива этой школы за все 150 лет. Сколько людей получили путевку в жизнь? Стали настоящими людьми, выходцы из этой деревни, проучившиеся здесь. В Урмаевской школе действует историко-краеведческий музей, в котором насчитывается свыше 700 экспонатов. В музее проводятся не только экскурсии, но и уроки по истории родного края. Среди учеников немало призеров и победителей различных олимпиад. Многие выпускники разных лет стали известными людьми, государственными и общественными деятелями. И все без исключения благодарны родной школе за главный жизненный урок – урок толерантности и дружбы. В сети интернет на одном из форумов размещена видеозапись, на которой мужчина в форме полицейского наносит побои двум молодым людям. В сообщениях говорится, что это произошло в ночь с 7 на 8 сентября в Новочебоксарске на улице Винокурова на территории автозаправочной станции. По результатам доследственной проверки, проведенной Следственным управлением Следственного комитета России по Чувашии, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», совершенное с применением насилия. Подозреваемый задержан. Им оказался 33-летний участковый уполномоченный полиции отдела МВД по городу Новочебоксарску, имеющий специальное звание лейтенант полиции. По версии следствия, около 0 часов 30 минут 8 сентября в Новочебоксарске подозреваемый на территории автозаправочной станции по улице Винокурова целенаправленно нанес удар ногой в область спины 26-летнему находившемуся там молодому человеку, а затем рукой его 22-летнему другу в область живота, причинив им физическую боль. Со слов потерпевших, незадолго до происшествия они гуляли по городу Новочебоксарску, и в ходе прогулки у них возник конфликт с водителем автомобиля, который выехал на тротуар, после чего последний уехал, а молодые люди сообщили об этом в полицию. Через некоторое время автомобиль был задержан на АЗС по улице Винокурова, и молодые люди приехали туда, где в отношении них было применено насилие со стороны сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Товарищ прапорщик! Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка. Если вина полицейского будет установлена, его уволят из органов внутренних дел, а непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. К другим новостям. С началом учебного года на улицах города резко возросло количество пешеходов, особенно детей. Чтобы дорога от дома до школы и обратно не превратилась в полосу препятствий, ребята должны владеть культурой дорожного движения. Если светит светофор, словно красный помидор, значит стоп, опасен путь, не спеши, постой чуть-чуть. Пренебрегать правилами дорожного движения нельзя. Об этом знают и взрослые, и дети. Но зачастую именно взрослые становятся плохим примером для подражания. Переходят дорогу на красный свет, не смотрят по сторонам, отвлеченно разговаривают по телефону и нередко перебегают проезжую часть в неположенных местах. Отсюда и неутешительная статистика. Всего на территории России за 8 месяцев этого года погибло более 14 тысяч человек, около 600 – дети. Наиболее частая причина –
нетрезвый водитель, но и несоблюдение правил дорожного движения нельзя игнорировать. Хотя в последнее время наметилась положительная тенденция. За 8 месяцев этого года на дорогах города Чебоксары произошло 47 ДТП с участием детей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы делаем особый упор в своей работе именно на обучение школьников и дошкольников в школах и в детских садах. Представители ГИБДД совместно с Ассоциацией автомобилистов каждый год во всех школах города проводят посвящение первоклашек в пешеходы, чтобы научить детей правильно передвигаться в городе. Гимназия номер 2 стала первой в этом списке не случайно. Рядом с ней находится оживленная дорога. Детишки, выходя из школы, очень торопятся домой. Кому-то погулять хочется, кому-то нужно сделать уроки. И мы стараемся объяснить детям, что автомобиль – это очень опасная вещь, которая не может остановиться там сию секунду, как показывают в мультиках. Стихи, песни, мультфильмы, игры – это тот язык, который в первую очередь понятен детям. Надо смотреть на зеленый свет. Если даже машина будет проезжать, нужно сначала посмотреть. Если тебя машина пропустит, тогда можно идти. Я узнала, что нельзя вот переходить дорогу, где нельзя переходить. Только на подземном переходе или похоже на зебру. Взрослым необходимо помнить, пик аварий по-прежнему приходится на выходные дни, субботу и воскресенье. Происходит это чаще всего в вечернее время, с 17 до 18 часов вечера. Будьте осторожны и берегите своих детей. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. И болезнетворные микробы убиты, и экология не пострадала. Вот суть новой системы обеззараживания воды на биологических очистных сооружениях. В Новочебоксарске вместо хлора там начали применять ультрафиолетовое облучение. Подробнее узнаем от Ольги Пырочкиной. Прежде чем канализационные стоки Чебоксара Новочебоксарска попадают в Волгу, они проходят несколько ступеней очистки здесь, на биологических очистных сооружениях. Последний этап – обеззараживания. Раньше для этих целей использовали гипохлорид натрия. Это вещество не только уничтожает болезнетворных бактерий, но и имеет серьезный недостаток. Активный хлор, хоть и в небольшом количестве, попадает в реку. А этот элемент таблицы Менделеева представляет опасность для всего живого. Сейчас НАБОС переходит на новую систему обеззараживания сточных вод. Вместо хлора – ультрафиолетовое облучение. Однако этот способ требует более тщательной предварительной очистки воды от взвешенных частиц. Для этого на БОС поставили специальные фильтры. Вода проходит через мембраны с отверстиями 18 микрон. Это меньше следа от укола иглы. Сточная вода поступает в полость фильтра, где она отфильтровывается и выходит уже без содержания взвешенных веществ. По мере заграждения фильтра, взвешенные вещества, когда забивают поры, происходит обратная очистка. То есть включаются промывные насосы, и под давлением взвешенные вещества удаляются в специальный лоток. После фильтров сточная вода поступает в специальные модули с лампами, которые излучают губительные для бактерий ультрафиолет. Исследования показывают, после такого облучения гибнут 99% всех известных вирусов. Этот способ не изменяет химическую структуру воды, химикаты не отравляют акваторию Волги. И это еще не все плюсы. Взаимодействие происходит мгновенно, в считанные секунды. Происходит гибель микроорганизмов, в отличие от применения хлорреагентов, где требуется время для взаимодействия. Переход на ультрафиолет на БОС еще только начался. Впереди различные пусконаладочные работы и лабораторные исследования. Но определенные результаты есть уже сейчас. По данным вот результатов анализов мы видим, что по бактериальному загрязнению очищенные сточные воды, которые проходят УФО-обеззараживание, они соответствуют нормам по бактериальному загрязнению. Снижение вот этих хлорсодержащих веществ, которые у нас как четырехлористый углерод, хлороформ, метиленхлорид, и получается снижение сброса тоже реку Волга в 4 раза. Кстати, в отличие от хлорирования, при ультрафиолетовой очистке невозможна передозировка. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. За качеством в ответе в Чебоксарах за ремонтом дворовых территорий пристально наблюдают специалисты стройконтроля. По
асфальту, как по маслу. За считанные минуты резчик делает необходимые вырубки для дальнейших анализов. Один из параметров можно проверить сразу на месте – толщину. Специалисты стройконтроля говорят, это одно из частых нарушений подрядчиков. Получилось 8,5 сантиметра. Здесь получается 5 сантиметров верхний слой покрытия, а из них остатки получается ямочный ремонт получился у нас. В данном случае, согласно техзаданию подрядчика, выполнены все требования. Пробы берут в присутствии строителей, затем вырубленные образцы керны отправляют в лабораторию. Чтобы результаты были верными, весь материал промывают, измельчают, высушивают при определенной температуре и формуют в цилиндры. У каждого свой номер. Спустя сутки специалисты приступают к исследованиям, изучают показатели плотности, прочности сцепления. Сейчас я ставлю образцы, чтобы узнать водонасыщение. Поставила я образцы в вакуум. Закрываю и набираю. Сейчас довожу я давление до единицы, которое должно быть. Благодаря этому испытанию мы узнаем впитываемость асфальтобетонной смеси влаги. Ежедневно здесь проверяют более 10 образцов как уже готового покрытия, так и материалов для асфальтобетонной смеси. Специалисты контролируют все этапы дорожных работ. В случае, если параметры не соответствуют ГОСТу, подрядчик обязан за свой счет устранить нарушения, вплоть до полного среза покрытия. Уже результаты есть. В этом году было выдано порядка 15 предписаний по дворовым территориям. Где-то по 6 дворовым территориям подрядчики уже переделали работы. То есть было уплотнение асфальтобетонной смеси, не соответствующей ГОСТу. То есть уже отфрезерованы и переделаны работы. В этом году мы расширили надзорную эту деятельность для того, чтобы на всех этапах и там, где в обязательства наши не входило, мы все-таки хотели контролировать процессы. Кроме того, перепроверить подрядчиков. Напомним, в этом году отремонтируют 134 двора. И каждый будет тщательно проверен стройконтролем. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Сергей Адушкин, Республика. В необычном формате отметили профессиональный праздник финансисты Чувашии. Торжественное собрание они совместили с играми любительских команд КВН. Что из этого получилось, узнали наши корреспонденты. Они управляют целым состоянием республики, пополняют казну налогами, находят взаимодействие с федеральными ведомствами и четко расставляют приоритеты в бюджетной политике. Это о работниках финансовой сферы Чувашии. Они не имеют права допускать ошибки и руководствуются принципом «деньги любят счет». Чувашская республика не первый год демонстрирует высокую эффективность управления общественными финансами. Республиканский портал Чувашии «Бюджет для граждан» вошел в 9 лучших проектов страны. Открытость и прозрачность – девиз всех ведомств, отвечающих за использование общественных финансов. Хочу здесь вспомнить высказывание одного британского политика, который говорил: «Деньги имеют значение, но еще большее значение имеет результат управления деньгами». Поэтому я считаю, чтобы результаты социальной поддержки наших граждан были ощутимыми, основным принципом социальной политики должна стать социальная справедливость. Бесспорно, бюджет – это инструмент реализации государственной политики. Однако бюджет не должен формироваться, учитывая будущее. Бюджет должен помогать это будущее сформировать. А это значит, что финансисты всегда должны работать на перспективу, предвидеть риски и стараться их предотвращать. Взвешенная бюджетная политика – это залог стабильности в обществе. И в Российской Федерации, и в регионах Российской Федерации создана такая целостная, комплексная система управления финансами. Я могу выразить слова искренней благодарности за то, что вы на самом деле делаете свое дело ответственно. Успех, наверное, неплохого финансового состояния нашей республики заключается, конечно же, в работоспособности всех наших организаций, налогоплательщиков, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, то есть всех слоев населения. Именно их трудом мы достигли таких, я считаю, хороших показателей именно по поступлению налоговых платежей. Я думаю, что финансам нашей республики ничего не угрожает, и все у нас будет хорошо. Лучшим специалистам отрасли были вручены государственные награды. А затем сцена была отдана любителям юмора. Команды КВН решили опровергнуть афоризм, что с деньгами шутки плохи. Тема КВНовского баттла «Ничего финансов лучше нет». Банкир, банкир, стою на входе. Банкир, банкир, талон возьмите. Банкир, банкир, нет, не делитесь. Первое место заняла команда «Три финансиста». Сборные налоговой службы, Федерального казначейства и Министерства финансов Чувашской республики аплодировали стоя даже члены жюри. Все налоги под замком и лежат.
можно отдохнуть в стране. А сегодня нас игра всех взяла в волшебный плен. И все шутки на ура. Профессиональный праздник, на котором принято говорить о достижениях отрасли и перспективах, стал еще и днем корпоративного отдыха. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаметов, Республика. Завтра, 10 сентября, на первый съезд соберутся представители народов, населяющих нашу республику. В повестке дня вопрос о создании Ассамблеи народов Чувашии. Участники намерены обсудить и перспективы межнационального взаимодействия, культурного строительства. Праздничные мероприятия, посвященные этому событию, уже начались. В Театре оперы и балета открылась экспозиция участников Кокелевского пленэра. Там же прошел и поэтический вечер, на котором звучали стихи национальных поэтов. Ашхарас чем тесель, увоч ми бан чем хишум, учем неран еразель, им хушери мешешум. Джейхун блен бахр хазар арасы, челюстнен эсэр еле түркменен, гулгун сөзі гарагозмен гарасы, гарадаадан енер сейле түркменен. Язык искусства – самое лучшее средство коммуникации, доступное и понятное всем, независимо от национальности. Слово «Родина» может звучать по-разному, но любовь к ней одинакова для всех. Чувашия вновь принимает гостей. Более 300 ребят из детских домов разных регионов Приволжского федерального округа в течение 2 дней разыграют медали спортивного «Олимпа Приволжья». На торжественном открытии спартакиады побывала и наша съемочная группа. Мама и папа. Как давно эти дети не произносили таких слов, а кто-то и вовсе никогда и никому так не обращался. Насколько им сложно, поймут немногие. Таким детям особенно нужна поддержка. В Приволжском федеральном округе проводится очень много общественно-значимых проектов. И очень важным из этих череды проектов является спортивный «Олимп Поволжья». Дело в том, что здесь особые участники – это воспитанники детских домов, которые требуют особого отношения со стороны общества, со стороны бюджетных организаций. И вот второй раз Чувашская республика имеет честь принимать воспитанных детских домов Приволжского федерального округа. В соревнованиях, которые уже 8-й раз проходят в рамках программы «Вернуть детство», принимают участие команды из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Детям предстоит разыграть медали в 9 видах спорта. Готовились они долго и упорно. Причем физкультурой и спортом воспитанники детских домов занимаются регулярно и участвуют в региональных соревнованиях. И это не предел. Все хорошо, стараюсь, пытаюсь. Так что, несмотря на это, у меня получается, у меня есть достижение, так что все прекрасно. У нас, в принципе, одни и те же условия с обычными спортсменами. Но вот у нас только там родителей нет. Но воспитатель там тоже хороший, тренера, вот спасибо им. У нас же в интернатах есть спортзалы. Мы ходим плавать. Ну вот мы можем, если стараться, можем попасть на Олимпийские игры или в Рио там, например. Но это реально. Когда это случится, будем с удовольствием болеть за наших. А пока продолжаем следить за спартакиадой в спорткомплексе в Новочебоксарске. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Я с вами прощаюсь. До свидания.